Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем тестировать новую маску от Estée Lauder 861. Это супер-супер пепельный оттенок маски для холодных блондинок, для окрашенных русых волос, для тех, кто хочет убрать рыжий либо желтый пигмент. И сегодня я буду тестировать эту маску на своих волосах. Как видите, они у меня уже желтоватые. И давайте приступать. Итак, прежде чем приступить к работе, я взяла вот такое вот полотенце на плечики, потому что если у вас не темная майка, а какая-то другая, то вы можете просто ее запачкать, это 100%. Свою одежду можете запачкать, это просто 100%, потому что это маска с красящими пигментами, по-другому не может быть, поэтому обезопасьте свою одежду. Наденьте обязательно вот такое вот полотенце, может быть старое, я взяла старое полотенце, вот, может быть какую-то ненужную вещь, чтобы вы могли свободно делать тонирующую маску и ни про что не думать. Прежде чем наносить маску, нужно два раза вымыть голову своим обычным шампунем, да, который вам подходит, и только потом уже на влажные волосы наносить эту маску. Поэтому первым этапом я иду мыть голову шампунем. Итак, я помыла голову, и теперь мне только осталось начать. Я уже помыла голову, и теперь мне только осталось нанести маску и подержать. Производитель говорит, что нужно держать 5-10 минут, но я знаю, что эти маски можно держать немножечко дольше. Я планирую для первого раза подержать 10 минут, потому что она вот такого вот фиолетово-баклажанового цвета внутри. И для того, чтобы все у меня было хорошо и красиво вышло, я немножечко боюсь долго держать. Поэтому постараюсь ее держать минимальное количество времени. Сейчас будем наносить вместе с вами эту маску. То есть я постаралась немножечко прочесать свои волосы в мокром состоянии, чтобы маска, ну, более так равномерно была распределена. Вот, ну, не знаю, сейчас посмотрим, будем наносить. Я еще взяла, кстати, перчатки такие виниловые, для того, чтобы у меня 100% руки не испачкались, я не испачкала свой маникюр, вот, чтобы у меня все хорошо было. И сейчас мы будем наносить уже эту маску вместе с вами. Начну, наверное, с самых таких вот дальних прядей. Боже мой, я вообще на самом деле не представляю, как я всю эту маску смогу нанести на все волосы. Начну с самых дальних прядей, вот я нажимаю на помпу и пытаюсь немножечко промазать волосы. Вот. Ну, надеюсь, что она мне классно поможет. Мне кажется, что эта маска очень такая пигментированная. Единственный минус, что мне, я думаю, что будет очень большой расход у этой маски. Я нанесла маску, уже подержала 5 минут, и вот так вот сильно я потемнела. Девчонки, не бойтесь, это просто маска очень пигментированная, и когда вот так вот берешь и раздвигаешь волосинки, да, то там видно, что это светленький цвет у вас еще. То есть не бойтесь, что вы потемнеете, что вы будете темной, то есть ничего страшного не будет. Я еще подержу несколько минуток и уже пойду смывать и показывать вам финальный результат. Вот такой вот результат получился. В целом я стала намного более холоднее. Это видно вот на картинке до и после. И такой вот более пепельный оттенок. Единственное, что у меня концы
намного светлее были, и они здесь вот с немножко фиолетовым оттенком, а в целом мне результат очень нравится. Я знаю, что он достаточно быстро смывается, поэтому там буквально на второе мытье уже ничего у вас остатков от этой маски не будет, но в целом это и хорошо, потому что это позволяет вам менять образ чаще. Всем спасибо за просмотр, всем пока!